NP. Сегодня Землю населяют лишь формы жизни, не наделенные разумом, и механизмы, подобные мне. Мы создали идеальное общество. Наше сосуществование гармонично. Мы не ведем войн. Мы во всем поступаем логично. Мы никогда не уничтожим сами себя, как это сделали люди. В этом доме я создаю множество полезных приборов, которые обмениваю в городе на нужные мне материалы и запчасти. Вы должны ответить мне на ряд вопросов. Проанализировав ваши ответы, я приму решение, что с вами делать. Мы отключили и разобрали полицейских роботов. Их запчасти еще могут нам пригодиться. Моя модель не предназначена для больших физических нагрузок. Зато я могу найти эффективное применение даже таким деталям, которые другие сочли бы мусором. Известно мое изначальное предназначение. Я поставил для себя следующую задачу: искать уцелевшую технику людей и находить ей применение. Но в тот день произошло одно значимое событие. Оно вынудило меня сменить приоритеты.